Здравствуйте! Сегодня будем делать собаке пол. Я купил строганную доску 10, 20 на 10, ой, 20 на 100 метровые. Я уже их порезал. Пенопласт на пол утепления. Десятка, 10 сантиметров. Плотность 25. Будка у нас будет таким способом наполовину. То есть половина у нас будет спальное место, будка. Вторая половина у нас будет беседка, прихожая. Сегодня мы разметим две части, положим сюда пенопласт, заложим и туда, то есть половину пенопласта, обрежем его и заложим досками. Досками уже сделаем полностью весь поддон. В принципе, все. Пенопласт у нас размером метр на метр. Будка у нас шириной как раз метр. Минус по 5 сантиметров. И у нас как раз выходит точь-в-точь. Так, пенопласт будем резать обычным ножом. Сейчас мы его замеряем. И будем замерять таким способом, чтобы не точно размеру, а немножко больше, чтобы он плотно зашел и засел. Вырезали мы два кусочка с нашего пенопласта по 45 сантиметров, получилось длиной 79. Вот все, что осталось от него. В принципе, сейчас мы его чуть-чуть подрежем, подровняем и будем уже накладывать доски. Вот так у нас получилось положить пенопласт. Лег он плотненько. Конечно, я еще подрезал его. Я резал с учетом плюс 1 сантиметр, чтобы потом он не ерзал и не скатывался. Зашел он плотненько, я его вбил. Вот даже могу показать. Сидит хорошо. Сейчас будем ложить доску таким способом. И пол у нас готов. Конечный результат я покажу немножко попозже. Вот так у нас получается. Уже половину положили досок. Крутим мы шуруповером аккумуляторным. Шурупы у нас семерочка или шестерка, не помню, семерка вроде. Крутим хорошо, но что-то у меня получается лесенкой. В принципе, это не критично, тут все равно будем заделывать. Вот так вот у нас выходит. Сейчас покажу окончательный результат. Вот и все. Теплый пол у нас готов. Тут и человек может походить, и собака. В общем, пол получился замечательный, без сучков, хороший. Теперь надо будет обработать его специальными средствами от влаги, от клещей, от насекомых, и в принципе можно уже ставить каркас. Всем спасибо, увидимся еще.